Сейчас будем рыбку жарить. Рыбоньку. Я готовлю, Руслан жарит. Правильно. Хоп. Хы. И сейчас будет шедевр. Опа. Смотри, как рыба замаринована. Здесь лучок и соевый соус. Процесс, у меня слюни текут. И она должна минут 20, чтобы была в своем соусе. Забудь. Ах, какой запах, а? У меня само слюнки текут. Вот что ты делаешь. Что ты с нами делаешь? А икру ты как, просто только обжариваешь и все, да? Да. Ну мы тоже ее так же замариновали. Знаешь, как вкусно получается рыба? Как добрались-то? Застряли. Застряли? Ленивые с приключениями. Свежачок, да? Да. Слюна течет. Час назад поймана. Ну да. Пятерка. Пятерка? Нет, 4800. Ну пятерка усох. Нет, 4800. Нормально. Ну там, смотри, тоже неплохие есть, да? О, вот это тоже зачем. Хорошенькие, да? А там еще один такой же. О. Привет, ромашки, платье, чизкассы. Джеська хорошая, хорошая Джеська. Не лази в воду. Куда ты? Джеська, с нами поедешь кататься? Она любит кататься. Джеська, поедешь кататься, да? Кто балбеска такая хорошая? Кто такая хорошая? Поплыли бревнышки, колышки, бутылочки. Дал водичку Волгоград, стала речка сраной, потому что все в округе обосрали люди. Ух, Сережа. Боюсь соврать, спиннинг очень нет. Гибкий? Да. Но неплохой. Не, Серег, нормально. Я думаю, что двушечка точно есть. Ну, двушечка, я думаю, да, должна быть. Опять белый мэнс. Нет, винтом. Нет, не винтом.
Ну, неплохо, да. Душечки нет. Это кило, конечно. Да. И уже ему. Спиннинг, конечно, такой, ну, очень нежный, скажем так. И, ну, не очень нежный, а для троллинга, конечно. Или я не привык, может быть, к таким палочкам. И у меня более жесткий банк, более толстый. Кажется, данный экземпляр намного больше должен быть. Но зато, может быть, более экстремальный. Не то, что он у некоторых баранку согнулся. Где псы? Что они? Ну вот наша очередная утренняя рыбалка. Сегодня мы встали совсем не рано. Вообще не рано. В 5 утра. Решили немножко выспаться. Вчера пораньше легли. Удачно выспались хорошо. Но вот что поставить вопрос. Вопрос, что поставить? Как говорится, шоу. 12-й день. А мы уже не знаем, что ставить. Ну, я попробую, может быть, штормика. Только вопрос, какой цвет? Я штормика попробую. Ты 31-го бандита. Замечательный выбор. Так, спиннинг я сейчас поставлю в Бальзер. Edition M12 с тестом до 225 грамм. 2,40 длиной. Палочка с хорошей чуйкой, она мне сейчас притащит. Прям сама прям вымотает с удачищу. А, да, по Сергею это я забыл. Сережа у нас ловит на Нептун от компании Sportex. С 10-летней гарантией. Длина 2,15, ну, будем считать 2,10, да? 20 либров тест. И это полуторачасник. И выбор он ставит бандит 31-го цвета. Оригинал. Оригинал. Так, ну все. Будет все сказано. Катушка у него Акума Cool Water, низкопрофильная. Моделька у него 354 DLX. А у меня Cardiff 401 от компании Shimano. Надо его, кстати, малость почистить. Странно, блин, тут у нас в доме песок. Вообще, прям не знаю, дайте уже рыбачить начать. Плетенка стоит у Сергея от компании Герман Мультикор 0,20, 8 жил. С такой плетеночкой можно загнать в Обер Бандит Вали Дип на 8 метров против течения. Но у меня на этой катушке стоит Пауэр... А, нет. Чего тут? У меня тоже стоит... А у меня стоит плетеночка, тоже мультиколор, но четырехжильная. Тоже 0,20. И с ней уже бандит на 8 метров не уходит. Все. Могу ехать. Порыбачить не дадут. Камеру мне на лоб нацепили. Ну, вообще уже замучили. Меня пихают в бок и говорят, что надо еще говорить. Короче, у Сергея костюм от компании Тритон. Да. Очень замечательный костюм. Держит очень хорошо все. И воду, и влагу, и сухую. И все в нем комфортно. Практически в памперсах находится человек. Вот. Но при температуре, кстати, минус один, в нем холодно. С учетом того, что на тебе термо. Толстовка. Толстовка флисовая. И костюм. Еще и кофта хорошая. Да, еще перчатки. Он где-то вот плюс 5. Да. Плюс 5 в нем будет комфортно. Если сидеть, если двигаться. Ну все, хватит уже. Уже поговорили о костюме-то. Дайте уже рыбачить-то. Хорошо, про сапоги? Ну ладно, скажу еще про сапоги. Сапоги должны у вас быть вот такие теплые. Ну или леший, или какие-то другие. Вот какие мы рекламируем сейчас? Нордман класс. Нордман и леший. Вот. Леший, да. Вездеход. Все нам заплатили 1,005 за сапоги. Вот надо их тоже показать. Короче, обязательно надо вот такие. Носки, ребята, я одеваю аж два. От фирмы не помню какой. Ну, тоже одеваю носки. Двое штук аж сюда. А у меня белорусская фабрика носков. Вот, точно, да, про них забыли. Еще 700 рублей я отработал. Да, про труселя-то забыли. Труселя китайские. Кельвин Кляйн. Кельвин Кляйн, да. Ярко-оранжевая. Поверьте на слово. Ну, все-таки заставим тебя показать.
Ладно, ну все, можно уже ехать, нет? Можно ехать. Ну, слава богу. Нихрена, смотри, ты такой мелкий зачет. Мы таких отпускали всегда. Да, и всегда их считали незачетными. Еще на меня ругаются, зачем такую мелочь берешь, блин, какую-то, не знаю, что там на камере вы там видите, не знаю, что я беру. Мы и больше отпускали. Вот, ну, пожалуйста. Морды. Какой боль. Сходу, ёп! Вообще, я даже тронуться не успел. Ты врёшь. Какой вру. Ты еще какого-то там взял? Офигеть, он даже дна не коснулся. Нет, надо пол воды надо. Ну, там вот, хороший, щурочка. Сюда. А, нет, сюда. Ну, поздравляю вас, хоть и нехотя. Обловил меня. Так, Hornet Yuzuri на 3 метрах. Есть. Есть, посек я его вовремя. Поздравляю себя. Тут, по-моему, это щучка. Да. Или краткий? Кто-то бойкий. Либо какой-то резвый судачок. Нет, по-моему, щучка все-таки. Хорошая чувствительность, Лех. А, нет, судак, смотри-ка. И вполне себе в минос. Тебе так не кажется? Да. Нет, чувствительность очень хорошая, Леша. Так, вставай его. Я специально сидел до последнего, то есть вот ты анимируешь, я нет. И где-то вот там у себя в голове крутил. То есть, знаешь, как лишний раз. Работает эта штука или нет? Вот ты видел, я практически не анимировал, периодически там 2-3 раза дернул. Садились, конечно, судаки просто на проведение. Есть. Ну вот это уже второй. Уже показатель, Люх. Этот маленький, но. Ну опять же на крыль. Да. Опять четкий удар. И опять, кстати, на анимирование. То, что вот я сейчас тебе говорил. Прямо в процессе. Причем именно не на отдаче, а наоборот на ускорении. Это небольшой? Мне кажется, ну. Смотри, опять взял. Угу. Или вставь кремки. Мальчик, идите отсюда. Что вы там прячете? Идите отсюда. На кремки. Мы вроде бы дружили раньше. Кремки. Игорек. А? Второй за 100 метров.
Ты как фриц под Москвой. Пленный. Какой-то помятый. Гладкая вода, а здесь? Здесь более не гладкая, да? Ерунду не парите, Сергей! Она везде не гладкая. Вот интересная картина. Бель, раз, два, три, четыре, по бокам идут. Хищники. Стопудовые хищники. Но они идут какие-то в метре, какие-то даже выше. Так ты, наверное, в пол воды ловил. То есть они просто сопровождали куполом судаки. Кто-то снизу стоял, кто-то сверху. Через бель проходит. Прям вообще еле-еле. Цепить. Зеленый железно будет работать. Я обычно вот зеленый таскаю. И вот такой. Вот они вот у меня оба, короче, странные. То есть не клюет на зеленый, ставлю натуралку. Все, понеслась. Не клюет на это, значит, ставлю зеленый. И ловится. Судак на пятак. Судак на пятак. Поздравляю вас, Сергей. Наконец-то. Не дают? Нет. Ты вставай. Ты куда ты? Ты... Давай, мотай. Что ты уже согнул там, блядь? Маленький. По-моему, они ржут над нами. Сереж, ты рыбу ловить будешь, нет? Птички у него поют. Бондарчук хренов. Это твой трофей был. Где? Там. Ага. Ветка опять. Знаем мы такие трофеи. У меня вчера сом был тогда уже. Килограмм на 20 минимум. Ой. Ты видел моего базары, не смог его оторвать. Два часа крутились. Кинооператор есть. Яким, да? Птички поют. Есть? Ну, наконец-то. Поздравляю, Сергей. Рано. Неплохой? Наверх. О, не, он наверху уже. Да.
себя с поздравлениями, но все-таки рыбка. Самую-самую. Попу-попу, держи. Вообще задубел, трындец. Ты не оделся, что ли? Оделся. Да, то еще что флис не одел, блин. Вроде когда приехали, холоднее было. Не знаю. Где рыба, а? Рыба. А я там крикнул. Так что должна была быть. Есть. А, спроси еще раз для меня. Где рыба? Уж ваше суеверие, Базаров. Что? Ох уж ваше суеверие. Мелкий. Даже трындец вообще. Даже говорить о нем не хочется. Да вообще. Грамм 600, может. 500. Может и 300. Не удивлюсь. 100. Может это окунь? Может это ротан. Братан. Ты рот у него хоть видишь, Таня? Да. Такой маленький. Камера замерзла, что ли, у меня? Ну есть он, есть. Почему ты не хочешь, а? Кушай. Ну, наверху. Щупали. Вялый, трындец вообще, просто вялый. А, у тебя на X стоит, на корешке. Ну вот он. Давай, лапочку. Блин, хрест тобой. Не зевать. Подсекать. Позломал их тоже. Да. Получше. Вперед пошел. Я сейчас описываюсь, если опять такая же будет. Я уже ничего не могу понять с этим судаком, какого он размера. Я его даже не вижу. Нормального он размера. Причем повис, видишь, трындец сейчас за это закончили.
Не, да нет, нормально какой. Лошадь. Возьмем? Да. Смотри, прям раз в рот. Опять не сразу. Второй уже досек. И на меня пошел. То есть первая засечка. Держи. Будем фотку делать. О, все, он готов. Здрасте, детям будешь показывать. Глаз прям крючок. Сейчас поставили другую приманку. Агрессор я снял. И вот эта палочка вообще идеально подходит под эту воду. Тридцатый и тумовский. Модель называется Байт. Вот она прям под него. Дно чувствую. И игру глоблера. Под мэнс нормально, наверное, будет. Мэнс тоже упал, наверное, попробую. Да, для мелких приманок. Не, палочка достойная. Как я раньше плавал, рыбачил. У меня две палочки было. Одна с легкой приманкой. На миляк заходить, чтобы не менять там ничего. Плетеночку можно потоньше. А вторая уже с мощным приманкой. Или по течению можно с одной идти, против течения тащить. То же самое агрессор, другой палка. Да, это еще нормально пробивает. Звончик. Ну, чувствуется все нормально. Палка. Палка зачетная. Очередная некрупная особь, которая стремится на поверхность. Да, байт работает. Надо будет их еще прикупить. У меня их всего два. Один черенький, другой песчаного цвета. Да, то есть он очень гибкий. Вот рынки. Так, опять на беленький. Вот. Сейчас вот поклевочку прощали. Ну, конечно, вот по поводу жесткости сейчас еще раз. Вот он просто. Ну, вообще, конечно, кайф офигенный. Там сидит что-то очень здоровое. Пипец здоровое. Он даже не шевелится. Но поклевки не было, просто был повис. Возможно, багр. Но мы сейчас посмотрим. Кайф, конечно, вот с такой палкой, то есть она гнется, это, ну, совсем другой. Момент самой истины, момент поклевки, конечно, он сейчас пока для меня не очень понятен. Ну кайф, смотрите, как она гнется. Я сейчас буду поражен, но сейчас никаких даже давления нету. Ну, поначалу уже были рывки. Да, там что-то идет. Да, это багр. Это багр. Это багр. Вот палка даже на багре. На багре видно, как это, да, отрабатывает. Ну прикольно. Давление интересное. Это здоровый бирж. А нет. Да, поклевки такие. Как-то
пока не вкушу, блин. Ну, то есть понимаешь, что что-то там, допустим, произошло, но... Может, просто это, говорю, они виснут так, пока еще трудно сказать, надо тестировать дальше. Ну... Как-то все происходит вотновато. Так, тоже получше. Ну что, вот мы с Сергеем поменялись палочками. Немного половили. Вот, первое впечатление о Спортексе. Палочка легкая. В принципе, удобная рукоятка. Длинная. Все в ней нормально. Не хуже других палочек. Но единственное, конечно, она для меня мягковата. То есть, и хотелось бы пожестче. Пожестче палочка передает, ну, скажем, более ярко выраженные поклевки. Ей удобнее твичить. И вообще, как бы, да, как бы сама передача всего, что передает нам воблер, касания всякие, жесткая палочка намного лучше делает. В целом, палка, говорю, неплохая. То есть для трейлингиста, речного трейлингиста, для даже там, в принципе, тех, кто трейлингует на стоячей воде без течения, палка вполне подходит. Вот, она ничем не хуже интерцептора. Вот, ценовой диапазон у нее, по-моему, приблизительно одинаковый. Вот, чуть-чуть, может, эта палочка подороже, но Спортекс дает гарантию еще, как бы, да, порядка, сколько там, по-моему, 10 лет на бланк. Если, допустим, при вываживании у вас как бы палочка сломается там, или там при забросе как-то. Ну, если не механически, допустим, вы ее там не переехали, не сломали. Да не дам тебе подсак. Базаров подсак требует. На той стороне что-то висит очень-очень серьезное. Борьба идет не на шутку. Итак, выход. Давид, вниз. Ну, Сереж, двушечка тут есть. Черный цвет. Тут я уже отвык от них. Черный цвет. Красные глаза. Воблер от Итума. Бомба! Так. Супер рыба. Причем, ребят, короче, он берет, атакует его. Реально. Тройник во рту полностью поглощен. Бедолажка, конечно, но сейчас мы его спасем. Пытаемся. Главное, чтобы он мне сейчас за моей аккуратности, как я хочу тебя спасти, чтобы ты меня не засадил в палец тройник. Где крупняк-то весь, а? Ну вот, все-таки Бальзер, мне кажется, реально такая деликатная палочка. И для агрессоров, для халкообразных, скажем так, вот сальма даже, если течение сильное, нам вот придать скорость чуть-чуть, да, она загибается довольно-таки прилично. Хотя, я говорю, кому-то это может и понравиться, но я не уверен при подсечке, что это может произойти. Она может даже хрустнет, страшновато, поэтому мне нравятся больше жесткие палочки. Данный спиннинг, наверное, все-таки до бандосов и по небольшим приманкам или по стоячей воде. Водоемы без течения. Так, вот я поставил сейчас воблерочек Yeser Jesse. Он не сильно упористый, и вот он идеально подходит к этой палочке. Палочка очень легенькая, но, к сожалению, не для агрессоров. Что-нибудь хотелось бы помощнее. С более быстрым строем, более жесткое. У Бальзера, кстати, есть тоже инлайн-серия с курком. Вот, возможно, может быть, мы ее протестим. Потому что по качеству, конечно, вот, в целом палка очень-очень-очень-очень хорошая. Скажем так, для своих приманок, для своего водоема
она найдет своего почитателя. Кстати, надо попробовать ей джиком покидать тяжелым. Я думаю, что она неплохо, потому что ручка у нее очень длинная. Вот. И для броска она, конечно, создана для броска, скажем так. Попробовать ей протвичивать, может быть, даже какие-то приманки. Ну вот уже стоит. Ну вот как я, вот в тот раз мы такого зацепили. Это хороший жирный. Вот эти все точки, это какие-то там сторонние. Вот это под нами где-то, но это какая-то там, я не знаю, что, может жерик там. Может щуку по воде вышло. Есть? Вот он опять. Вот этот символ был. Может, не он, конечно. Да? Вообще не сопротивляется. Летом бы так клевали. Это апрель. Близко там? Нет, не тороплюсь. Он как полено. Удавил хорошо такой, не маленький. Сюда, да. Слушай, ну тут всю речку выгреб. Поздравляю, Дмитрий. Спасибо. Держи крабы. Вам приятно ловить рыбу. Так, держи. А там только все это отсюда, не задается. Держишь? Да. А куда ж я-то палец засунул? Я его вытащить не мог. Ты между жабрами засунул. А, я молодец. Ну. И после этого не совал. Ну там капкан, да. О, это с икрой. Так, давай сейчас как-нибудь. Смотри, короче, раз, два, три. И раз отдаю вот так. Раз, два, три. Он получается более агрессивный. То есть воблер жик, жик, жик. И отдается назад. Иногда, допустим, вот так делаем. Раз, плавно его. И также отдаем. Раз, плавно. И отдаем. То есть вот здесь надо подобрать, какую, ну, что ему понравится. Что с этим получается? Он просто жик, ускоряется, потом всплывает. Еще вариант, допустим, какой. То есть, допустим, если вот, к примеру, вообще, ну, то есть, ну, я так предполагаю, если он пассивный, я еще, правда, вот раз, 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 еще сильнее, то есть, как бы, да, побольше делаешь рывки. Раз, раз, раз. И он там уже такие гильсы, вот это, глинсы такие выписывает. Спиннинг, в принципе, должен у тебя вот так находиться, только раз, подсечка была. При твиче бывает обидно, когда он еще в верхней точке берет. Но я, допустим, может, раз подскакивает, такого вот, как так. Вот, а когда ты раз до конца тянешь, и вот в этой точке, здесь тебе уже подсесть тяжело, поэтому ты отдаешь подальше назад, и здесь, допустим, вот раз, и вот так уже останавливаешь. Но я вот в этой точке, допустим, останавливаю, потому что, ну, привык еще, раз, я еще подпрыгиваю сюда. Тебе, наверное, неудобно, а здесь я уже так привык. Ну, надо как бы вот, рыбалка должна быть удобной. То есть понять, вот, как тебе удобно. Я вот, видишь, вот так сижу, по сути, да, там, не прямо, а мне так удобнее. Мы сегодня, я говорю, считай, с полчетвертого в три мы встали, полчетвертого на воде. И миляк, две дорожки сделали, прям по-темному. Потом начали отходить от берега, нифига. Ну, мы там ходили, вот сейчас решили сюда. Сейчас Серега там пробьет, если вдруг что, он нам позвонит тоже. Сейчас бандосами пройдем, если нет, попробуем агрессорами. Там по ямке. Мэнсов у тебя нет, да? У меня мэнсы в этом году хорошо выручили. Белый хорошо отстрелялся. Каждую дорожку он мне приносил рыбу. То есть там Серега вообще по нулям был, а я троих взял. Но он не крупный. Но я вот сейчас сторонник того, что должно быть что-то провоцирующее его. То есть или игра какая-то вот его должна. Если он сейчас стоит где-то и, грубо, охраняет кладки, или что там у него сейчас происходит, я не знаю. Он должен, в принципе, атаковать именно не питаясь, а отгонять. Вот он, мимо. И вот сейчас был прижим, то есть он его не атакует.
И вот чтобы его поймать, получается, да, может быть, ты, по сути, ты его где-то и подбагриваешь за низ, но также его и багрят и на прижиме, и джигиты. То есть, когда он прижимает, у джиг же сверху крючок, нам еще сложнее. А джигиты его сразу за галстук хватают. Поэтому, когда говорят, вот и забагрил, ну слушай, ну а джигит что? Джигиты тоже зачастую еще чаще багрит. А нам нужно резко подсечь, чтобы воблер еще как бы, он его прижимает, воблер немного может переворачиваться и тройниками его цепляет. Вот я так, наверное, вот в этой поездке, наверное, ну, штук 5 поймал. А если ничего не сделать, ну он так отойдет в сторону. А бывает прикусывает, зараза, и толки оставляет. Но вот если опоздал подсечь или не подсек, все, вытаскиваешь, толки есть, метки от толков, а рыбы нет. Подсечка, когда начал ловить подсечки, она у меня, ну, результат у меня увеличился, наверное, ну, в 2-3 раза точно. Бывают еще провисы, опуски. То есть, вот, допустим, вот ты считаешь, что у тебя леска прям раз провисает. То есть, понимаешь, слабина какая, как будто воблер выскочил. Вот здесь нужно, говорю, выбрать эту слабину и подсечь. Вот здесь, как правило, трофей берет, потому что он как раз прижимает, продавливает. Все, ушел. Главное не спать. Что? Чешется. Зачем ты чешешься? Зачем ты? Реакции, ты же видишь. Вообще доль. Нет, прям пугает. Так как-то подсёк. Вот лес, блин. Знаешь, как тут... Сволочь, а? Сзади мне по палке, короче, блин, тыкает, блин. Я думаю, что меня клюет. Ну, негодяй, блин. Я думаю, что за фигня-то опять? И ведущий, блин. Я тебя поменяю сейчас. Прошивку тебе сейчас поменяю. Шутник.